количество стойки хорошей визуализации. Врачи наши доктора выполняют. Грязно, потому что самое главное лечение дома проходит, таким образом, вот этот вот контакт. Кожа к коже. Кожа к коже, да, и чисто психологический контакт для ребенка это полезно. А потом инкубатор адаптирует уже постепенно по температуре, потому что разница есть, чтобы вот этих перепадов не было. Вот. Дается круглосуточным контролем медицинского персонала, так мы не жадно. А сколько лет сейчас вы здесь? Здесь 5 детей у вас. Здесь 5 детей. Очень существенно. 1,2 миллиарда рублей было вложено. Вот третий этап, 190 миллионов, благодаря вашей поддержке. Вот мы сегодня имеем такие шикарные условия. И... Это ДРКБ. Второй уровень – это они. Но с районов. Огрызки, Актанышский, Менделинский, Менделинский. Брать в целом почти 6800 детей родилось в прошлом году. Ну и количество пролеченных детей тоже растет на 202 ребенка. Детский сад номер 114, Челнинская мозаика. Дабас, шалла бизеклерине. Дорогие друзья, уважаемые наши детишки, родители, наверное, дети – это самое главное в жизни каждого человека. Для каждого свой ребенок – это целое достояние. И я думаю, что это достояние не только ваше, это достояние города, достояние республики, достояние нашей страны. Вообще, та программа, которая сегодня реализуется, в прошлом году 56, в этом году 73, в истории Татарстана никогда мы столько садиков не строили. Мы рассчитываем на хорошую демографию, Щелны показывают хорошие результаты. Я думаю, вот больничный комплекс, вот мы посмотрели, какие условия сегодня. Приняли решение городскую вторую больницу реконструировать. Начинаем строительство вот в этом микрорайоне по настоятельной просьбе Эль Гамбарыча новой школы. Это тоже очень важно. То есть люди должны понимать вот, гарантии стабильности. Ну, понятно, что есть некоторые сложности в экономическом плане, которые сказываются на автомобильной отрасли. Но тем не менее, мы эти сложности победим. А в целом для детей... Хороший детский сад, хорошая школа, хорошее медицинское обслуживание вот для людей, это вот среда обитания, плюс парки, скверы и все необходимое для жизни. Вот главная задача, которая стоит перед нами. Ну и это прекрасный детский сад для ваших детишек, для наших детишек. И небольшой вот этот подарок, сертификат, который позволит приобрести все, что необходимо еще дополнительно. Поэтому я всех вас поздравляю. Баллар Гахатлевусен, чтобы они были счастливы. А если дети счастливы, мы тоже счастливы. Вот этот сертификат вручаем. Жилы сіздерігі зүшін зур рахмет, Рустем Нургалиевич. Слово Динара Ленаровича Катина и заведующего детским садом номер 114 Миниханова Гульнас Радиковна. Уважаемые зрители, пусть этот фильм
Для детей это самое трое, хватает вообще. Сегодня делайте. Сень, что мы играем? Мы играем? Дайте нам сыграть. Все, молодец, молодец. Как вас зовут? Хорошо. Да? Вон какие молодцы. Вы детский сад понравится? Очень. А? Вы не только листочки дети, а вы и ваших мам немножко. Да, вы играете.